это долгожданная игрушка Star Wars Battlefront 2. Я напомню, это Open Beta, которую можно скачать в Origin. Итак, сегодня мы проведем осмотр и немножко покатаем, поиграем. Я зашел первый раз, до этого я еще никогда не играл. Не заходил еще ни разу, все при вас, чтобы было все честно. Итак, тут нам предлагают открыть неоткрытый кейс. Окей, давай откроем. Так, три ячейки. Можно открыть все, я так понял, да. Итак, первое. Это у нас офицер. Вторая. Это части крафта. И третья. Это интерцептор. Космический корабль. Так. Окей. Ага, эти уже можно открывать за деньги или какие-то копеечки. Хорошо, так, что мы тут видим? Вкладка Home, тут у нас открываются все новости, все наши кейсы неоткрытые. Далее вкладка Игра, затем коллекции. Коллекция — это все персонажи и все доступное, что есть в этой игрушке Battlefront. Это все можно смотреть, клоцать. Вот, допустим, Хан Соло. Можно на него там все повешать, но у меня ничего нет. Потом, допустим, вот Боба Фетт. Ну, это все поклонники Звездных войн, они все это знают. Так что тут, ну, Рей, Темный Лорд. Затем карьера пока еще закрыта. Ну, опции тут, настройки, все дела. И, соответственно, предзаказ. Но сейчас меня интересует не это. Давай поиграем в мультиплеер. Итак. Итак. Защита галактики. Подключаемся и сейчас посмотрим, какой класс нам игры предложит. Он поиграть за кого? Планета Набу. Будем играть на новой карте. Ее в прошлом Battlefront не было, планеты Набу. У меня есть прошлый еще Battlefront 1 с полностью приобретенным Season Pass. Так что там у меня есть все дополнения, все, что душе угодно, для того, чтобы было комфортно и круто. И кайфово играть. Но все же Battlefront 2 обещают намного круче, чем Battlefront 1. И сейчас я это протестирую вместе с вами, дорогие мои друзья. Итак. Предлагают нам поиграть офицер, поддержка, тяжелый и специалист, соответственно. Ну, наверное, побегаем мы за тяжелого. И в эквип. Пойдет, что это? Буст. Ага, так, у меня, короче, еще пока мне все закрыто. Это детали. Хорошо. Ну, окей. Хэви. Старт. Погнали. 8 секунд до старта. Ну чё, гоу. Тут у нас вместе с моими друзьяками защита идет. Да, мы защищаемся, обороняемся от наступающих дроидов. Ого. Ага, я так понял, это хрень разбомбила. Окей. Да, все, теперь мы защищаем уже зал. Блин, графа просто жесть. Просто класс. Реально просто класс. Да. Это техника, космический корабль разбомбил, получается, мое укрытие там, где я сидел с везухой. Так, это была граната, да? О, вуки.
Так, офицер, давай, 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 давай. Так, отсюда. Да. Ага, тут у них. Тут у них нормально движло было. Окей. Давай еще раз. Прикольно. Реально прикольно. Тронный зал, такое все дела. То есть защищать на выбор дается две точки. Защита двух точек. Ага, так. Это тут мои. Так, а тут что, Friendly Fire включен? Победа! Вот так вот я... Ага, я понял, надо было, короче, разбомбить этот вражеский корабль, который перевозит, по-моему, насколько я помню, еще по фильму этих дроидов. Ну, тут уже все по стандарту. Тут, как и, соответственно, в Battlefield 1 это все есть. Когда показывается, какая команда выиграла, кто там из персонажей самый крутой, короче. Тыры-пыры тролливали. Итак, следующий раунд начнется через 42 секунды. Блин, ну круто! Чё сказать? Так же само поиграем за Heavy. Ух ты. Ничего так по оружию, ничего так. Так, это у меня одето, это я могу за 2000. Ага, поинтов у меня пока 0. Я понял, давай стартанем как тяжелый. Окей. Я выбрал характер персонажа. Я так понял, это поддержка. Остается 25 секунд до начала боя. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И погнали. Так, а теперь я так понял, сейчас мы наступаем, и мы должны защищать вот этот свой космический летучий корабль. Ну, больше, чем больше, как танк даже. О, можно движуху гасить. Нет, не... Воу-в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 оу, куда? Так, наступать тоже нам надо на две точки. О, тут, конечно, прикольнее было бы снайпером побегать. За перезарядка так прикольно происходит. Ага, вон и снайпер было видно. Беленький, еле-еле заметный блик. Ну, в принципе, они, чтобы не сильно мудохаться, сделали, как и в Battlefield 1 тоже. Беленький клик. Блик, это означает, что там сидит снайпер. Его можно так просто вычислять, поэтому. Прикольная планета, реально. Классно, вот. Прям претензий никаких нет. У меня... Графика стоит не на максимальные. Ага, вернитесь в зону операции. Графика стоит у меня не на максимуме. Да ты смотри, а. Итого у меня... Чё, по нулям? Давай я за спеца попробую занять. Графика не на максимуме стоит. Графику я подрихтовал почти все на максимуме, но... чтобы было в то же время и комфортненько играть. Так. Охренеть. Так, сейчас еще вспомнить, ёханый бабай. Куда там ломиться еще и откуда я эту движуху всю стрелял. Где я тут листяк тогда нашел? Я вот не помню. А,
Ага, так, тут, короче, тупо кусты. Кусты, тупо кусты, хорошо. Так, я так понял, мы теперь только на ту точку сейчас наступаем. Но это не я его замахал. Вот это было очень-очень даже very well. Красивенько. Так, все, сейчас я из-за своей уже этой херни не смогу по ним гасить, потому что я их только не буду видеть. Так. Отлично, хорошо. Ага, ах ты ж сучка. Так, ты смотри, каких там до хера реально, а? Сука. Просто их реально до хера там. Я не знаю, они меня видят или не видят, или они уже... Так, это они что, уже отступили, получается? Так, гранаты больше у меня нет, да? Окей. Хорошо. Так, если нужно на длину сходить. Давай, надо быстренько. Хорош, ну это ассист мне дают, нормально. Так, ты смотри, сука, он за щитом стоял. Хорошо. Так, погнали дальше прикрывать. Так, что там наша херь? Ну, ну, коцают по чуть-чуть, конечно. Ну, классно, что могу сказать. В принципе, на моем железе это довольно играбельно. И реально в том кейсе. Ага, вон ты откуда ходил, да? Эта хрень помогает, это прикольно. Никого. Давай по чуть продвигаться будем дальше. Но мы ждем по чуть-чуть. Лови гранату. Ой. Сейчас тоже что-то ебнет. А нет. Так, у меня даже... у меня даже пистолетика нет. Так, ну давай сейчас за хэви тогда катанем. Ну, за снайпера, в принципе, классно. Реально классно. Интересно так. Надо еще карту выучить, знать карту, потому что просто так куда-то бегать, это тоже тупо. Так, мясо. Где там мясо происходит? Я буду по чуть-чуть, наверное, двигаться все-таки со своим этим космолетом. Так, откуда там аларм? Вот вот этого не хватало, конечно, в первом батлфронте. Это интересно. Реально круто. Ага. Вон там. Detected.
Прикрываю, пацаны, пацаны, прикройте, 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 прикройте. Сука, да прикройте вы. Так, они все с той стороны сидят. За все классы сейчас хочу попробовать, чего нет. Ясно, понятно. Ну вот даже ноги видно, ничего себе. Ну все, я эту игру обожаю. И самое классное, самое главное, то, чего я не сказал, это, конечно, вид от третьего лица. Это вообще просто шикарно, как по мне. Вид от третьего лица — это бомба. Любители ПБГ полюбят эту игру, мне кажется. Так, надо подгадаться за своими. Когда ж там будет этот самый залп? Там они сидят. Ого. Блять, откуда? Ах ты ж, сука, смотри, сзади, да? Сзади прибежал. За 2000, за 3, за 5000. А у меня поинтов всего 1900, да? Clear the area of clone resistance and prepare for phase 2. Ну ладно, давай сейчас еще немного стартанем, и потом хочу все-таки за этого дроида еще взять. Как раз у меня 1900 поинтов, сейчас надо что-то покилять, пострелять еще. Будет просто бомбейра. Мы уже атакуем. Бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим-бим. Так, а кто же это такой тут охеренный пацан гранату бросил, а? Что по мне? Хорошо. Так, все, у меня уже есть 2000 поинтов, можно брать робота. Ага, тут буки у них, ух ты, йопер, ну блин, буки — это, конечно, да. Буки жизни не даст. Лови гранату еще раз. О, вот мне, хорош. Ух ты ж, блядь, там джедай. Смотри. Надо джедая убивать, конечно. А, это наш. Чё, господи. Так, это не бомбы. Хоро... Ого, 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 ого. Смотри, каких много. 2000, 3000. Давай. Вот это сейчас будет, походу, весело. Это будет бум-бум-бум-бум-бум-бум. Так, это нас осталось 37 для наступления или их? Нет, так кажется, это нас, наших осталось. Мне кажется, это осталось только нас. Ого! Блять, наигрался, смотри.
Ладно. Давай, давай, надо дальше добивать. О. Ну, увеличилось наших чуваков. Давай за джедаем побежим. Где там вся моя движуха происходит? Снайпер. Сделала третьего лица, теперь не знаю, как вернуться от первого. Да, от третьего и прикольнее даже. О, и Б2. На Х это красится. Так же самое, как и через Ctrl. Ага, вон там гасят. Граната. Хорошо. Ох ты, смотри, сколько их, блядь. Так, ну тут можно уже хэвика взять, тут рубилово такое происходит. Гоу, 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 гоу. Да, учиться и учиться еще в эту игрушку накатать. Защищать, давай будем защищать. Нихера себе. Ого. Пулеметец какой. Давай, давай, давай. Старт, старт, старт. Ну и все же мы победили. Все, темные силы захватили планету Набу. Пишите комментарии, как вам игрушка, потому что, как по мне, игрушка просто бомба. Реально просто она очень крутая. Отлично, уже второго уровня у меня персонаж. Третьего уже, да ты шо, класс. Третий левел и 180 кредитов. Это круто. Так, а сейчас я поиграю в режим аркада. Буду играть за Темного Лорда на той же планете Набу. Так как эта бета-версия тут представлена довольно немного. Таких примочек, где можно размахнуться. Ну, я хочу посмотреть по максимуму эту игрушку, как она, что она из себя представляет. Так, итак. Давай стартанем. Итак, что мне надо делать? Убить 25 клонов. Окей. Окей. Хорош. Хорош. Вот это реально мясо. Смотри. Это ж опять же, чтобы не замахвали. Так. А похилиться. Чётенький такой режим тоже. Так. Скипнемся. Теперь что мы возьмем? Дроида. Так. Теперь надо мне убить 15 клонов. Смотри, с
сколько тут этих офицеров, ёперный балет, а? Окей. Окей. Скипнем. Давай, выйдем. В общем, это еще один режим, но он, скажу так себе, это просто на выживание, так аркадное прохождение, убить определенное количество там ботов, которые на тебя нападают за определенное количество времени. Ну, может, кому-то это интересно, но, честно, не мне. Я лучше... Так, что тут у меня есть из чё? Выпадают по мере прохождения увеличения левела, кстати, всякие эквипменты. Вот, допустим, тут я могу скрафтить новый бластер, но мне нужно 600 очков крафта, у меня их всего лишь 50. Также тут карточки есть, вот такие вот карточки тренировочные. Поэтому я не думаю, что это всего лишь единственный ролик по Star Wars Battlefront 2. У меня на канале будут еще, так что это был вступительный, так сказать, ознакомительный, обзорный. В общем, кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Антон и игрушка Battlefront 2. Пока-пока.